Машина, ответь поиску, прием. Как у вас самочувствие, Жень? Хотите пить? Сердце, давление, все в порядке, медицинская помощь какая-то может быть. Машина, пострадавшая найдена. Сейчас, через 10 минут передохнем и обратно пойдем, как поняли. Забирайте. Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Ну, сегодня мы осуществляем поиски и вот остановились на небольшой привал, и для того, чтобы передать вам какую-то полезную информацию, помимо того, что мы здесь тоже пользой занимаемся, давайте я вам расскажу о том, как приучить собаку к клетке. И тут навеяло, пока мы здесь по тайге гуляли, значит, медведи, звуки, выстрелы. Я вам расскажу обыкновенный такой пример. То есть цирковые медведи, которые живут в цирке, они знают одну прописную истину – о том, что клетка их дом родной, и там никогда в жизни никто их не накажет. То есть, вот смотрите, случаи бывают разные, когда в манеже идет представление, как бы работают медведи, все двери абсолютно везде закрываются. То есть, и открыты только двери там, те двери, которые ведут именно в медвежатник и именно в клетках, чтобы клетка всегда была открыта. То есть для чего это делается? Если медведь что-то испугался, чтобы он, когда убегает, он не смог забежать там, ну, скажем так, на конюшню не смог забежать, в собачатник не смог забежать, ни в какие другие помещения не смог, служебные там, неслужебные помещения. А у него вот одни единственные двери, которые открыты, это именно медвежатник. И вот по этому же самому принципу как бы стоит воспитывать свою собаку. То есть собака должна знать, что вот именно клетка – это место, не где ее наказывают, а наоборот, где она может избежать наказания. То есть каким образом? Если у вас где-то собака ваша накосячила в квартире, да, вы начинаете ее, ну, на пониженном тоне, скажем так, я уже рассказывал, что пониженный тон – это для собаки предупреждение, знак. То есть собаки у нас гавкают «гав-гав-гав» – это голосовыми связками, и «бух-бух-бух» – легкими. Когда собака гавкает легкими, она о чем-то предупреждает. Поэтому, когда вы наказываете свое животное, я вам рекомендую переходить на пониженный тон. То есть это что такое? Это кто здесь, там, ботинок вас грыз какой-то, либо там… Ну, сходила собака не в положенном месте, это щенок. То есть вы начинаете отчитывать свою собаку, может быть, даже где-то шлепнете, но постепенно, потихонечку загоняете ее в клетку. И как только собака зашла в клетку, вы перестаете, то есть, читать нотации, наказываете ее, и собака у вас понимает о том, что именно клетка – это то место, где никто никогда ее не будет наказывать. Это ее убежище, это ее дом родной, где ничего страшного с собакой и животным не произойдет. Действуйте в этом направлении, и у вас все получится.